Приветствую всех, уважаемые зрители! С вами Бур и Хадер, и мы продолжаем играть в Доту 2. Привет, Хадер! Блин, я скоро перестану общаться с тобой и буду здороваться только со зрителями. В каком смысле? Кстати, всем привет! Я требую обращаться ко мне полноценно по нику, блин! Но я понимаю, что своими требованиями я, например, могу пойти кому-нибудь в задницу. Например, даже в свою. Самый остаток. Блин, а ты знаешь, если ты так сделаешь, то ты как бы будешь уникальным человеком. Ты думаешь, один человек может пойти сам к себе в задницу, что ли? Ты думаешь, никто не может сам к себе в задницу пойти? Нет, мне кажется. Блин, я думаю, это реально. Сейчас. Я думаю, это реально возможно. Ты хочешь мне прислать фотографию, что ли? Ну, я вначале пошел гуглить. Черт тебя подери. Я тебя буду называть Хадерра. Нет, подожди, не важно. Типа, игру надо... прими. Я, естественно, принял. Ну, ты знаешь, на мой запрос человек запихивает себе руку в задницу. Я вижу только какой-то бред спорно, типа тёлочка сует себе руку в жопу, а потом самотык и тому подобное. Так что да, возможно, это уникальный человек. Я говорил. Да, возможно, действительно я ничего такого не найду. Ну, ты не ставишь повторять действия женщин? Да, делать мне больше нечего. Так, у нас рандом драфт. Да, господа, мы сменили наш режим. Мы теперь играем не на оу-пике, мы играем на рандом драфт. Сколько нам? 20 героев дают, да? Для выбора? Я не знаю. В общем, по-моему, нам дают 20 героев на две команды для выбора. А давай писать чат Фусрадах. Что? Ну, знаешь, Фусрадах, вот это. Ну, как бы, противник, короче, на нас нападает, мы уже вроде бы погибаем, и такие, да, и он такой встанет, стоит, ой, ему плохо. Это Габен придумал? Нет, это в Скайриме было. Ну, помнишь эти в свое время, когда я не играл в Скайрим. Ты мог не играть в Скайрим, но ты наверняка видел кучу видосиков, картинок и тому подобное. Тоже не видел. Ой, не ври меня туда, мягко говоря. Этим был заполнен весь интернет. Смотри, вот смотри, что у нас есть. У нас есть пару отличных отменных персонажей. Да, есть. Имя им Легион. Я не вижу тут Легион, командир. Просто имя им Легион. Так, ну, ладно, знаешь, что мы будем брать? Я буду брать все, всех и, возможно, даже силы. Если они не двигаются, то двигать их. Но если они не двигаются, это, в принципе, очень плохо, знаешь. Плохая характеристика. Я могу взять Леона и ультовать в кентавра. Ты можешь сделать все, что угодно. Та-ра-та-та-та-там. Пиу-пиу-пиу-пиу. Так, а что ты берешь, мой друг? Ну, у нас все лайны заняты, поэтому я пойду мидорфит. Еще и Тини забрали, все. После того, как меня забрали Тини, я понял, что я больше не могу играть в доту. Никто не смеет отбирать меня Тини. Это был мой Тини. Ладно, я пойду за Вингу. Мы еще и не играли. Разве? Но мы играли тот раз, когда я не выложил этот видос. А, хорошо. Тогда мы не играли за Вингу. Да, мы не играли за Вингу. Забудьте все, что мы говорили 15 секунд назад. Достань сейчас свою вот эту палочку. Я сейчас не про то, чем ты ходишь, неважно. А вот эту палочку, как Man in Black, да, и пару раз нажимаешь. А, я понял про какую-то палочку. Чик-чик. Это были, там, не знаю, испарения воздушного лебедя в атмосфере Сатурна. Отлично. Мне кажется, тебя не взяли бы в Man in Black, но не важно. Просто потому, что ты идиот, как бы. Испарение воздушного лебедя. Да, именно это. А у меня к тебе просьба, ты же купишь себе танго, да? Сейчас.
Дай мне одну, да, все. Не-не-не, мне одной достаточно было, я могу Да пойди уже, давай, не нужно мне... Да иди нафиг, мне не нужно инвентарь забивать. Вот, ну вот, у меня теперь два танга, которые я не могу передать. Нет, ты одно, кстати, мог передать по-прежнему. Ты зачем-то пихнул мне еще танга, а мог вернуть то, которое я тебе передал. Нет, не мог. Да нет, мог. Да нет, не мог. Да нет, мог через контрол так. Иди сюда, вот, всё. Иди. Или просто перетащить рукой. Я помню, все работает. Не ври мне тут, женщина. Написано, владелец Хадерра. Ну так передай мне просто через, блин, левую кнопку мыши, перетащи и все. Лал. Я тебе сразу просил его вернуть. Пойдем, пойдем на руну быстрее. Нет, нельзя. Доступным действием. Через shift можно было передать. Выкинь, короче, где-нибудь просто. Вот тут все, забей, пойдем на руну просто, если что, ганговать будем. Я иду на руну. Я иду на руну. К сожалению, она набрала руну, тут еще и Гунтя Хунтя и... И просто да. Я знаю, что тебе нужно. Это-то танго выложил он, которое мое. А это мое теперь танго. Ну ты им пользоваться не сможешь. А теперь все танцуем румба. После того, как станцуем танго. Нет, после того, как сидим танго. Мое танго. Хоть и подписано тобой. У меня есть, кстати, автограф твой на танго. Ты в курсе? А, да. Попробуй его теперь продать за полтора раза дороже, ведь оно должно чего-то стоить. Вот если честно, я считаю, что Клопа озвучена просто ужасно. Фразы, в принципе, иногда неплохие, а Бунтя-Хунтя сразу с этот качнул. Ну и... Да. Сейчас я варды куплю. Куплю варду и буду делать им больно. Когда ты говоришь, что ты купишь варды, ты делаешь и мне больно. И тебе больно делаю? First blood. Да ладно. Ну как такое возможно? Сам удивлен. Сейчас будет First Blood. Есть. First Blood уже был. А-а-а, что-то я пропустил в этой жизни. Наши жизни. Ребята его подарили. Макс, ты мог забыть про First Blood, это же... Печаль. Это же First Blood, его ничего не значит. Ой. Как и те игры. Ну там типа больше голды дают. А, ну да, наверное. Yes. Или разве сейчас не так? Слушай, я не знаю. Наверное, даю. Vengeance flies beside me. I am there. Send me coils.
Ой, неплохо мой клинок так карасит по катаксу. Кидаешь и, ну, в общей сложности где-то четверти хитов нет. Мелочь, но довольно приятно. Приятно. Axe is grateful. Let my vengeance soar. As you wish. My sentiments precisely. Фига, не подлинные. Бежишь такой к бабу принимать, и там сразу типа сейф ТП. Ох, мы его разносим. Эмоции. If you insist. I am not argue. Так, у нас все пока идет просто отлично, просто отлично. И это просто отлично, дружище. На тебе в лицо. I fly. Forward. Нашего акса опять приняли. Ну как так? Ну это останется загадкой для всех. И вся. Видимо. Да. Так. Тролль, кольцо выруби. Precisely. Блин, печаль, варды мои-то все разобрали. Ух ты, ни хрена себе, что ты делаешь-то? Давай, 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 гаси ее, гаси, 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 гаси. Все, давай ее так, ледяную гадину. Я дам ее, я дам, да вроде. Не, ну он дожал. Все, замечательно. А у нас, кстати, ушел Бунтя-Хунтя и... этот... А Бунти вернулся. Слушай, они оба на Мидпорт пришли. Вич доктор. Я прям как синющий хорошо чувствую, когда у меня такая толпа людей видит. Как-то странно прозвучит, но мне не льстит столь большое внимание. Ну, ну я могу тебе портануться, если чё. Посмотрим, что вот могу потребуется, не знаю. Пока не вроде ушли. Let my vengeance soar. Yes. Блин, я протонулся случайно. Нет, я к тебе больше не приду. Бывает. Что происходит? Ну, я не знаю, они как-то убивают нашего Тини. Ой, нашего Акса. I fly. Ну, может быть, Акс дурачок, как тебе такой вариант? Ну, он хотя бы мне объясняет, что происходит. Так, а Куру, я так понимаю, мне грейдит только. Ну, видимо, да. By my wings. Так, Кура есть, только у меня теперь нет денег на варды.
В любом случае, ты лучше помни об этом. Я лучше, я помню об этом. Отлично. The time your middle tower is under attack. As you wish. Вардов нет, я не пойду в атаку, чувак, я боюсь. Forward. Try not to feed. I am your middle tower is under attack. Vengeance flies beside me. Your middle tower is under attack. At last. Very well. Так, варды наконец-то есть. Yes. Deny. А ты знаешь, ты знаешь, да, что-нибудь? Ну что, я не должен молчать, я знаю. Да я почему-то молчу. Ну, может тебе сделать массаж, я не знаю. Пяток? Ну, например, да. Еще прикольная штука, наверное. Блин, а мне нравится твоя идея. Организуешь? Нет. О, ну как так? Ну так, я просто спросил, не собирался. А зачем спрашивал? Просто потому, что могу спросить. Ну ты же знаешь, я так думаю. Я так трудно вздыхаю, ты слышишь? Да. Тяжело вздыхаешь. Перестать так вздыхать. Не станет тебе жалко вообще. Эгоистичный, самовлюбленный аспект. Ой, а вы прям разносите вообще. Да. Ну, там прям длиннейший. А что нам с ним возиться? Ну, правильно, в принципе. У нас варды есть, мы под вардами деремся. Иллюзион. Мы с ним не в эти играем, не в те самые. Чтоб баловать его мордочку. Опа! Я поймали? Нет. My spirit soars. Помогли. The enemy's bottom tower has fallen. Faster. Бунти ушел. А не, не Бунти ушел, тут ушел. Ну Бунти опять откинулся. Варт, что ли? Ой, они пофиксили баг с этим, с двойным этим, с двойной покупкой. Вот уроды. Да блин, негодяи. Полные негодяи. А я купил 4 варда.
Yes. Own it. Ну я вот с вами настало время, мне кажется, подкушать. Окей. Для того самого пошел в орды поставлю пока. Let my vengeance soar. Faster. The enemy's top tower has fallen. Very well. Так, попробуем к ним в спину зайти. I am not argue. Да не. Уходим. Непонятно почему, потому что могли бы сбрить и Траксу. Ну вообще да. Ну там как бы это уже ушла. Слушай, попробую... ну я даже давай не я знаю. Тракс... Давай Траксу я подтяну. А я уже ушел. Ну ладно. Ну лично я просто уже ушел, как бы вам-то ничего не мешало, по идее. Вообще, хотел сказать, я даже не знаю, игра какая-то слишком простая, что ли. Я вот даже не знаю, что мне сказать такое душе. О, меня приняли. Меня, к сожалению, вот. Приняли. Вот. Вот это реально, вот это все, вот это вызов. Это война. Да, вот задавилку нельзя, все. А так сам можно. Ой-ой-ой. Сейчас еще одного приму. У Видж Доктора проклятие противное. Да. I fly. Your top tower is under attack. Ну такой не самый лучший обмен. Обмен? А вы там обменялись в кого-то? Ну да. На Траксу. Ну да, это совсем... Совсем ужасный обмен. Будем откровенны. Смотри, я попробую, может, его притянуть. Ульта-то готова. Ну там он не один. Ну если кого-нибудь притянешь, понимаешь, там щеки не бегают. А-а-а. Опасный кент. Faster. Никаких вардов. Yes. У тролля все ок, туда можно даже не идти, хорошо. Никаких вардов. Ну, кстати, вот смотри, поставили какой-то вард. Еще вард поставили. Только осторожно, они там сейчас были. Дождись меня, что ли. Как хочешь. Я, в принципе, рядом. Я ушел, я ушел. Я ушел, нормально все, я ушел. Ну ладно. Только варды свои прокакали. Я бы на месте этого чувака расстроился. My vengeance is in readiness. На месте какого? Этого. Ну как его там? Видж доктора. Ну
Блин, а это было больно. Я чуть не умер. Ну ты жив? Ну я-то жив, но ведь мог умереть. Ну это другой вопрос. Ну для меня это очень важно и щепетильно, это знаешь. Всегда хочется выживать, не хочешь понимать. Все, идем в атаку, ну пошли. I am not argue. I am there. Faster. Блин, давно я не играл на клавиатуре, на самом деле. Я вообще тысячу лет не играл ни на каком герое, который играет в медицинском. Нормально, тебя не разнесли. If you insist. If I must. Мне кажется, это будет победная игра. Ну, хотя не говори, гоп, пока не перепрыгнешь. Ну, у них есть такие герои, которые еще, конечно, да, не тот же самый Тинни, Прокса, да тут все почти могут порвать пукан. Если уж на то пошло. Forward. Я бегу. Very well. Ой, что-то пошло не так. И опять что-то пошло не так. Да! ГГ пишут ребята. Ой, это продать. Да задолбал кто-то уже курой управлять. Ну слушай, это даже не серьезно. Последние две игры, они как абсолютно. The Sky Rat style stare you. Я люблю выигрывать, но когда это происходит как очень странно и очень просто, это неинтересно. Vengeance flies beside me. Да ты задолбал, моя кура! Правильно, уси его. Блин, придурок, если бы скоро не игрались, мы нормально все сделали. Да. Хорош. Вот пидоры. Посмотри, не отпускали вообще. Вот мы это. Ну и ладно. Let my vengeance soar. Что ж, я считаю, идем к успеху и буквально-таки побеждаем, несмотря на то, что они пидоры.
Vengeance flies beside me. Вот уж не знаю, не знаю. Let my vengeance soar. To me. It's up. By the bloody thing. Radiant's courier has been. Roshan has fallen to the dire. Monster kill. Ну, и кажется, выигрывать эту карту снова. Давай, убери. Ты далеко собрался, дружок? По морде тебе в лицо получай. Блин, а тут, правда, нету крипов наших, но пока не будет. Ты же меня бесит безмозглый Кэрри Вэйерки, который играет как Кэрри Вэйерка, но без Аганима. А чё Аганим даёт? Аганим не режет ей дамаг от ульты. Ну, Кэрри Вэйерка. Ну да, правильно, это как раз он собирался через Аганим, значит. Аганим, а потом уже свои айтемы на дамаг. Ну, на мой взгляд, вкус, окей, хорошо. Я могу ошибаться, конечно. Мне пипец. Я рядом. Может и нет. Где моя кура? Yes. Видишь, доктор выкупился от злости. Да, это знаешь такое. А я продолжаю сносить их варды. По фану. И ты правильно делаешь, дружище. Так, тут вардов нет. Что такое ГХ? Пиши, видимо, а. Не, ну эта башня не выстоит, 100%. Ой, спасите меня, нет, не спасете. А тень тоже убили? И не зря его портанул к себе. Ох, тролль вообще отжигает. Тролль на зверь. Тролль он такой. Да ладно, ты его с такого расстояния убил? Охренеть, ты красавчик. Да, чё, у меня ульта просто большая. А со скипетом она все 40 секунд перезаряжается, так что это не страшно. Да, Бахарас видел тролля. Он нам столько раз отдался. Ну да, я помню там пью-пью, пью-пью, тролль постоянно это кого-то убивает. Да. Ну я просто там грамотная игра за варда. Вот грамотная игра за варда. Грамотная игра с вардами была. Ну, ты вообще красавчик, я смотрю, в последнее время прям на саппортах я не знаю, ты лучший. Да мне нравится на саппортах. Но я вот не умею. Мне сложно играть на героев, у которых у меня нет айтема. В плане? Ну, за саппортов так выходит, что айтемы ты собираешь гораздо позже, да, там, на варды на все такое тратишься, я не могу так. Психологически уже не выходит. Я из тех, кто, видимо, любит нажимать одну кнопку. К победе вести. Я там себе то ботивничек хочу купить, то еще какой-нибудь. Denied. It's not time yet.
Только что Варлок протонул к троллю. Ой, точнее, Вич-доктор, он, наверное, охренел от такой наглости. Я думаю, он был очень тебе благодарен. Бежишь ты, значит, к себе на ремп, и вдруг оказываешься у кровожадного тролля, не знаю, там, любителя как раз Вич-докторов, который смотрит на тебя глазами жаждущими и в руках держит по два топора, да. Ну куда ты бежишь? Она убежит, скорее всего. Куда ты бежишь? Ну вот, бьюти, пульти, меня убьют. Очень круто. Как так можно вообще? Пипец. Им очень неприятно. Я более чем подозреваю. Интересно, а где будет тебя друзья бегают? Да, я думаю, на респе стоит. Нет. Смотри, вот. Но не успел убить хозяина. Да? Я напишу God Support. Support. Бог суппорта. Да, ну можно и так перенести. Блин, не хватает 17 очков до следующего уровня. Ты предлагаешь взять себе 17 очков. Да. В общем, я предлагаю пока на этом закончить. Вот, мы, как обычно, с тобой попрощаемся со зрителями. Ты тут? Да, я тут, я просто жду твои фразы. Да. Друзья, в общем, спасибо всем, кто нас смотрел. Всем удачи желаем. Подписывайтесь на канал, ну там сами решайте, пальчики вверх, вверх. Или еще раз вверх. Вот. Зовите друзей, комментируйте. А еще в такую прекрасную погоду помните, что нужно выходить на улицу, встречаться с друзьями, искать свою вторую половинку. Вот, будьте счастливы и, в общем, всем пока-пока! Пока-пока!